На создание комфортной городской среды в Югре выделено 500 000 000 рублей. Об этом сообщили на заседании вновь образованной межведомственной комиссии по реализации проекта формирования комфортной городской среды. Заседание провела губернатор Югры Наталья Комарова. В этом году на реализацию проекта из окружного бюджета выделено 450 миллионов рублей. В Советском и Нефтеюганском районах планы по благоустройству на текущий период выполнены полностью. Еще в 6 муниципалитетах готовность составляет больше 50%. Один из главных принципов проекта – непосредственное участие жителей региона в его реализации. Вся эта работа должна быть развернута к людям, строиться на основе их пожеланий, проводиться в постоянной обратной связи с горожанами и широко освещаться в средствах массовой информации. Жители должны получить возможность при необходимости вмешиваться в процесс. Для этого, как минимум, в состав комиссии по инвентаризации объектов должны быть включены представители общественники, общественности, собственники домов, дворы которых будут благоустраиваться.